Так, тут был перерыв, поэтому я сейчас не помню, в какой момент остановилась запись, поэтому повторюсь. Я подошел к дереву. На этом дереве растет прививка Петр Великий. Сразу за 2 года перешло состояние прививки. Ну, слабенький побег. А второй побег невероятный. Вот он. Одна прививка прижилась. Одна нет, то та, что прижилась, это 2 полноценных метра. Видите? Теперь я должен что сделать? Во-первых, не помню, где, когда отключился этот запись, поэтому на всякий случай скажу. Итак, это ранний пианист, да? Так. Вот. Среднячок. Так. Но я решил его, раз, ну, для коллекции держу. Все-таки сад пианиста, это 5 сортов, 5 деревьев. Мало, но уникальные все. Самый скромный из них, вот этот ранний пианист. Я на него привил. Я выбираю всегда вот такие ветки вертикальные. Вот я привил, прижился академик пианиста. Видели? Где я должен его отрезать? Ну, если эти его конкурентов, я отрезаю вот так, видите? Не даю им расти. Здесь я еще прививки сделаю, у меня еще есть суперсорта. То есть вот пока не режу, а когда буду прививку делать вот тут я отрежу. И надеюсь получить еще такое чудо. Вот он, академик. Вот он, 2 метра. Так вот, значит, я ему должен дать простор. Как он еще влияет на дерево? Ранний пианист, если я прав, должен преобразиться. Каким образом? А вот таким. Если вы приглядитесь, у него уже поменялась расцветка коры. Правильно, кто меня давно знает и кому я показывал, это расцветка академика. Итак, гены академика пошли. Вот она. Вот они гены, вот они. И я надеюсь, что у меня, если я прав, плоды укрупнятся хотя бы 1,5 раза, лучше в 2. Вот. И получу очередное чудо. Что я хочу сюда еще внедрить? А у меня вот такой веник. Я еще растерялся. Я тут собирался всего. Сливы в основном, абрикосы, персики. И все это буду тыкать третьим этажом. Показать, где у меня третий этаж удачи. Пойдемте. Ну, вы поняли, я почти закончил обрезку. Вот эти ветки. Даже они могли бы пригодиться в Европе. 30-40 грамм, извините, это не хухры-мухры. Для них это крупноплодный. Вот я это все дорежу. Ну, примерно так еще покажу. Что-то я отрезал вот так. Да? Потому что вот здесь я замажу, а придет через неделю пора прививки. Вот тут привью. А этот я уже не буду прививать. Я выбираю на прививку лучшее. Это просто укорачиваю. Так? Просто укорачиваю. И вот здесь вот будет... Я могу сейчас заранее вот здесь отрезать. Замазать. Нет, не буду. Пусть соки гуляют. Вот здесь я буду делать прививку. Чтобы у меня еще один такой могучий был. И тогда показать перепривитое дерево, где третий этаж уже состоялся. Ну, давайте посмотрим. Давайте. Сейчас что-нибудь увидим. А, вот прививка удачная. Вот, кстати, это венгерка. Какая именно? Когда бирки нет на ней, чтобы не путаться, это богатырская. Вот. А вот прививка удачная, неудачная. Ну, ничего, я не обиделся. Вот. Еще. Вон еще одна прививка. Вот. Это называется третий этаж, потому что в основании, вот он, это прививка на манжурский абрикос. Вот, еще показать. А сейчас, запросто, что мне стоит. Вот. Ну, например, где-то у меня была прививка небольшая. Ой, когда выросла 6 или 7, я показывал в фильме огромных груш. Ну-ка, где-то делось. А, вот. Вот здесь, помните, 2 ветки. Одна
пошла налево, дала 3-4 огромные груши. Вторая пошла направо, 3-4 огромные груши. Это есть третий этаж. Но почему я не делаю, как бы должен был? Когда, получается, пошла удача привка, я якобы должен у соседей всех убирать. А попробуйте его убрать, когда это мое лучшее дерево из молодых, под названием «Лесная красавица». Здесь лесная красавица, на ней гигант Подмосковья. Вот. Тут я, запомните, на сеянце, ой, на семенных культурах яблони и груши я никогда не ставлю целью, чтобы у них менялась программа, менялись плоды. Почему? Одно из моих требований к науке. Руки прочь, оставьте в покое. 50 тысяч, я пошел в беседку, потому что у меня уже плоховато становится. Дело в том, что 50 тысяч яблонь создано. Это неимоверный кладезь. Это, и вот как мы, только достал этот, привез к Винти. И они на наших сибирских подвоях ничуть, если может быть там на 1/10 балла сахар уменьшит, да, зато Сибирь. Вот. Да многие не любят, как эти самые сладкие, а многие любят, чтобы кислинка была. Я убеждался не раз на абрикосах, на всех. Я ненавижу, нет, ой, какой, я очень уважаю китайские сливы. Но у них столько сахара, что я не могу их есть. А вот когда я с хрустом вгрызаюсь в этот самый, в твердую мякоть венгерки, которую я помню с первого дня, как залез на дерево венгерки в колхозном саду. Не, не воровать. Мы зарабатывали каждое пятое ведро наше. Вот это было. Вот. Они с кислинкой, они твердые, они на зубах хрустят. Так и в этом вся прелесть. Ох, сейчас сяду. Ну и тогда получается следующее. Косточки культуры, они податливы, на них можно не терять время, добиваться страшного дикого успеха даже новичку. Как я был новичком, у меня сразу были такие сорта великолепные. Вот. Первый раз ко мне приехал Турсун Пулот-Дускобилов знакомиться лет 30 назад. Я водил по саду, и он мне говорил, такого нет во всей Сибири.